те объемы, которые вот мы говорим, и площади, предъявляемые для приютов, и набору помещений, и всем требованиям, конечно, они не позволяют организациям проводить работу должным образом по отлову и использованию безнадзорных домашних животных и содержанию в приютах, вот на сегодняшний день, в том числе даже. Эта работа будет совместно осуществляться, мы не закрыты ни для кого. Федеральный закон четко прописывает допуск, да, в приюты волонтеров, закон четко прописывает институт общественных инспекторов, которые должны пройти регистрацию, получить корочки в Росприроднадзоре. Проблемы бездомных животных не стоит в области. И своими силами вполне справляются именно волонтеры. Ну, если создать немного, постараться и создать правильные условия для и для людей, в общем-то, для содержания собак послеоперационных, то вполне себе весь объем, который заявлен как план на отлов, он реализуем своими силами. Кто будет жить в этом государственном приюте, вот мне непонятно.